С начала 2017 года в отделении кардиологии городской больницы номер 4 провели 350 операций на сердце. 800 пациентам сделана кардиорентгенография. Врачи не устают повторять, что нужно обращаться к врачу вовремя, желательно регулярно проходить диспансеризацию, а в случае боли в грудной области незамедлительно вызывать скорую помощь. Если появилась жгучая, пекущая, давящая, раздирающая боль у грудной клетки, в локтях, в шее, между лопатками, то человек должен незамедлительно обратиться за помощью, потому что от того, насколько быстро он обратится за этой помощью, будет зависеть его дальнейшее состояние. В первые 2 часа после приступа необходимо провести хирургическое обследование и лечение. Таким образом, можно сохранить человеку трудоспособность и жизнь. Современные технологии позволяют проводить операции без разреза грудины. Такую помощь можно получить в городе Сочи. Благодаря тому, что существует программа по обследованию и лечению больных с острыми формами ишемической болезни сердца. Здесь очень важна работа скорой медицинской помощи. Именно она важна при экстренных случаях. Если больного не успевают привести в больницу, то врачи могут прямо в карете скорой оперативно ввести препарат, который растворит тромбы, и человек будет спасен. Чтобы не попасть в группу риска и уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо вести здоровый образ жизни и следить за своим здоровьем.